Приветствуем всех, это rcmotors.ru. К сожалению, нам не удалось связаться с прошлым победителем Димой Лебедевым, поэтому проводим розыгрыш танка повторно. Участники, как и в прошлый раз, это наши подписчики, которые приняли участие в тестировании мобильной версии сайта. Список интересных ошибок и предложений выглядит так. Итого 26 сообщений. Переходим в онлайн-генератор случайных чисел и вводим диапазон от 1 до 26. Нажимаем «Сгенерировать» и победитель под номером 18. Это пользователь под ником Шериф с сообщением об использовании бонусных баллов в мобильной версии сайта. Спасибо всем участникам за помощь. Шериф, мы свяжемся с вами и договоримся о вручении приза.